сегодня супер легкий ужин. Это клубничный йогурт с черешней. Черешню можно отдельно положить, если не хотите положить в йогурт. Можно положить в йогурт и есть это все с удовольствием. Клубничный йогурт имеет свой оттенок вкусовой, черешня свой. Можно добавить вот такой листик лимонной герани, как я всегда добавляю. Можете добавить цедру апельсина, если хотите. И у вас будет вкуснейший, здоровейший ужин. Главное, что очень-очень легкий. Свежие ягоды, малокалорийные и йогурт. Получайте удовольствие, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будьте здоровы, счастливы, энергичны. Не забывайте ставить лайки. Просмотров много, а лайков почему-то мало. Получайте удовольствие. Будьте красивыми, жизнерадостными, молодыми и здоровыми.